Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о долгосрочной визе для инвесторов на Шри-Ланке. В начале ноября текущего года на Шри-Ланке была запущена схема долгосрочной визы для владельцев недвижимости. Утвержденная визовая схема позволяет компаниям и частным лицам, приобретающим недвижимость на Шри-Ланке, получить долгосрочную визу для проживания при соблюдении некоторых финансовых условий. Изменения направлены на продвижение и увеличение продаж квартир иностранцам. Согласно визовой схеме, инвесторы смогут получить долгосрочную визу на 5 или 10 лет, в зависимости от размера вложений. Если это 200 тысяч долларов, право на получение долгосрочной визы сроком на 10 лет. А 150 тысяч долларов – право на проживание сроком на 5 лет, и 75 тысяч долларов, а также виза на 5 лет. Друзья, за более подробной информацией обращайтесь к специалистам нашей компании.